Доброго дня, дорогі телеглядачі! Доброго дня, дорогі друзі, учасники гри! Телеканал «Миколаїв», програма «Інтелектуальне асорті» вітає вас з продовженням четвертого чвертьфіналу чемпіонату міста з інтелектуальних ігор. Бажаємо всім переможного показника. Ну, а вже змагання покаже, хто з вас вже має високий інтелект, а кому ще треба добре попрацювати на вдосконалення його. Отже, слово має керівник клубу з інтелектуальних ігор Університету України Тетяна Олександрівна Макаронова. Здравствуйте, наши уважаемые телезрители. Я с удовольствием представляю вам наше сегодняшнее жюри. Это заведующая библиотекой филиалом для юношества ЦБС для взрослых Баранова Елена Александровна. Многократный призер в различных номинациях интеллектуальных игр Штемберг Елена Александровна. Студентка Университета Украины Могилева Жанна Сергеевна. И председатель сегодняшнего жюри, поэтесса, редактор общественного издательства «Юпитер НЛО» Лещинская Таис Анатольевна. В этом четвертьфинале сражаются за выход в полуфинал такие команды. Команда гимназии номер 4. Команда школы номер 44. Команда школы номер 30. И команда школы номер 17. Но хочется отметить, что команда гимназии номер 4 и команда школы номер 44 показали наивысший результат отбора 16 баллов. А мы начинаем первый конкурс, это разминка. Первобытная религия. Язычество. Да. Мяч, забитый в свои ворота. Автогол. Крылатый конь с Парнаса. Пегас. Пегас. Школьный урок танцев. Хореография. Прячет голову в песок. Страус. Африканский дуб. Баобаб. Баобаб. Липа, но не дерево. Вранье. Ну, если у нас удостоверение липовое, то это что? Обман. Липовая ложь. Не, правда. Ничего. Ну, липовое или какое? Синоним слова липовое. Лживо, неправда. Ну, для удостоверения какое? Неправильно. Поддельное. Аромат в красивом флаконе. Духи. Ударный инструмент на ринге. Барабан. Нет. Боксерский ринг. На ринг. Как называется этот музыкальный инструмент? Гонг. Гонг. Соперник бизнесмена. Соперник бизнесмена, это конкурент. Да, 9 правильных ответов. Спасибо. Музыкальный фанат. Меломан. Меломан, молодец. Гусляр, игравший в подводном царстве. Это Садко. Стрелка на дисплее. Play. Ну как у нас на мониторе такая стрелка появляется? Курсор. Пушечный заряд. Ядро. Кнопка на компьютере. Клавиша. Клавиша. Страна Папы Римского. Рим. Ватикан. Подпрыгивание на ухабах. Ну, если едем мы вот так, то что у нас? Трясет, да. Гора греческих богов. Олимп. Армейский постовой. Рядовой? Нет. Это называется часовой. Самая главная артерия. Капилляр. Самая главная артерия. Сонная. Это аорта. Тут 8 правильных ответов команды. Спасибо. Спрятанный полк. Ну, сидеть в... Покопе. Это засада. Дань крепостнику.
То, что крестьяне давали помещику, это называлось платить что? Налоги. Ну, как тогда это называлось? Податок. Десятину. Ну, защита. Вообще оброк. Ну. Средневековый атеист. Это еретик. Австралийская собака, дикая собака. Дина. Динго, да. Кровосос от Дуримара. Чем он торговал? Он торговал пиявками. План расходов и доходов. Ну, составить что? График. Это не график. Это называется смета. Импортный подгузник. Ну, что мы детям одеваем, чтобы они не уписывались? Памперс. Памперс. Выслуга лет. Трудовой кодекс. Ну, человек работает много лет. Это его трудовой стаж. Это стаж. Правильно. Мотоцикл рокера. Байкер. Байк. Мгновение на фотопленке. Кадр. Кадр. Значит, тут 7 правильных ответов. Спасибо команде. Багаж знаний и умений. Это наш приобретенный опыт. Опыт. Молодец. Занятие пасечника. Сотами. Ну что делает он? Кого разводит? Пчеловод. Морс с крахмалом. Морс. Кисель умниц. Готовит. Колдун с бубном. Шаман. Гулянка на природе с едой. Пикник. Яблочный праздник. Спас. Гоночная машина. Авто. Нет. Именно гоночные, как они называются? Спортивные. Нет, как оно? Называется карт. Карт. Хлебец с изюмом. Кекс. Молодец. Давший взаймы. Дох. Тот, кто дал деньги. Называется? Одолжил. Как он называется? Кредитор. Кредитор, молодец. Там финны парятся. В Греции. Ну, это сауна. 8 правильных ответов у команды. Спасибо. Итак, первый конкурс под названием «Разминка» прошел достаточно успешно, так как команды справились с большинством заданий. Итак, школа номер 4. 9 баллов. Школа 44. 8 баллов. Школа номер 30 – 7 баллов. И школа номер 17 – 8 баллов. А сейчас у нас конкурс «Перевертыши». У нас некоторым командам достаются песенные перевертыши, некоторым по пословицам. Я буду говорить, где что. Значит, вам достались песни. «Здравствуй, твой брюнет». «Здравствуй, моя блондинка». Наоборот, меняем. «Прощай, моя блондинка». «Прощай, моя блондинка». Так. «Танцы океана». Песня реки. Реки. Больше реки. Море. Песня море. «Вы не верите в ненависть бескрылую». «Вы верите в мы верим. Крылатую». Так. «Твой большой враг». «Наш маленький друг». «Наш большой друг». «Нам бы песни до заката». «Нам бы песни до рассвета». «Танцы до рассвета». «Танцы до рассвета». 5 правильных ответов. Спасибо. У вас тоже песня. «Стали взрослые послушные, но с ними прекрасно весело». Были... Ну, из бременских «стали», «дети». Ну, меняем на антонимы. «Стали взрослые послушные, но с ними прекрасно весело». Были маленькие дети. Ну, если взрослые послушные, то дети, наоборот, маленькие, непослушные, но без них. Без них скучно. Да, без них ужасно скучно. «На ковыляющих цыплят быть похожи не хотят». Да. На танцующих цыплят. Так, есть. «На печальных на гусят». На веселых. Так. «Ужасная близюха, будь ко мне милосердна». «Ужасная далёка, не будь ко мне жестока». Так, молодец. «Над тем селом». Над этим антоним села. Над этим городом. Спасибо, тоже 5 правильных ответов.
Вам достаются пословицы, но я думаю, что вам легче будет. Имей 100 баксов, а не имей 100 врагов. Имей 100 друзей. И ястребы голодные, цыплята ранены. И волки сыты. Молодец. Одна радость, 7 вопросов. Одно горе. Одно горе. Одна радость, 7 вопросов. Одна печаль, 7 решений. Ну, 7 бед. 7 бед. Дальше. Один ответ. Ребята, я все слышу. Один раз разлиней, 7 раз заклей. 7 раз разлиней. Так, не люби прыгать, не люби собирать парашют. Любишь парашют. Любишь кататься. Любишь кататься, возить. Так, все серебро, что тускнеет. И все золото, что блестит. Спасибо большое, тоже команда справилась с вами. Вам тоже достались пословицы. Я надеюсь, что все сможете. Покладист, как Петрова корова. Покладист. Ну, упрям как. Упрям как осел. Нет. Как говорят, трать как кого? Как Сидорову. А, как Сидорову козу. Так. Плохо трудолюбивого за жизнью посылать. Хорошо ленивого за смертью. Молодец. Глупость серебра дешевле. Ум золото дороже. Молодец. Глупость плохо, а две хуже. Ум хорошо. Одна голова хорошо, а две хуже. Молодец. Кто учен, тот умен. Кто глуп, тот умен. Кто не учен, тот глуп. Правильно. Тоже команда полностью справилась. Спасибо. Слово жюри. Я считаю конкурс «Перевертыши» это вот достаточно сложным. Так как здесь надо не только знать песни и пословицы, но и проявить сообразительность. Но все наши ребята справились с заданием отлично. Результаты. Гимназия номер 4, 10 баллов. Школа номер 44, 10 баллов. Школа номер 30, 10 баллов. И школа номер 17, тоже 10 баллов. А сейчас мы с вами играем в конкурс «Анекдот». Закончите анекдот. Заглядывая в кратер вулкана, турист говорит, не правда ли, похоже на ад? Ох уж эти американцы, восклицает гид. Все-то они видели, всюду-то они были, да, всюду побывали, спасибо. Вставьте пропущенное слово в анекдот. Турист спрашивает крестьянина, это правда, что в ваших краях бывает сильная жара? Еще какая? Вчера доил корову, так ведерко сыпалось, пропуск молоко. Какое молоко сыпалось? Кипяченое. Какое? Кипяченое. Сухое. Сухое, молодец. Сухое. Сыпало? Умница. Закончите анекдот. Кто эта солидная дама? Она певица. Раньше пела в клетке со львом. А почему же она ушла оттуда? Этого потребовало общество защиты животных. Правильно. Закончите анекдот. Что такое богема? Это люди, которые считают плату за квартиру и за электричество непредвиденными обстоятельствами. Расходами. Расходами. Спасибо большое. Слово жюри. Чем больше мы смеемся, тем ближе наш успех. Все команды показали отличное чувство юмора, знание анекдотов. И результаты следующие. Гимназия номер 4, школа 44, школа 30. И школа 17 получает по 3 балла. Молодцы. Ну що, дорогі друзі, підіб'ємо перший загальний підсумок. Таким чином, гімназія номер 4 в першому турі виходить переможцем і отримує 22 бали. Школа номер 44 та школа 17 отримують по 21 балу. І школа 30 – 20 балів.
лужах отражаясь листопадом. Засыпала на твоих руках маленькой, но для тебя отрада. Так бывает в жизни, дурак тот, кто лишь нам все время посвящает. Долог на прощание у ворот, все прощает. Засыпай, осень, засыпай. В желтых листьях прожитые дни забирай, осень, забирай свой печальный журавлиный клин. Дождик во дворе, этот день прощания не забуду. Золотая осень в ноябре, буду я искать тебя повсюду. Хризантемы в городском саду тебя я, осень, жду, чтобы жизнь опять начать сначала. Засыпай, осень, засыпай. В желтых листьях прожитые дни забирай. Всегда.
А сейчас мы с вами играем один из самых сложных конкурсов. Это конкурс вопросов «Что, где, когда». Слушайте очень внимательно. В Германии их называют в честь русских, в России в честь немцев. А настоящая их родина – Южная Азия. Назовите этих насекомых двумя словами. Назовите этих насекомых двумя словами. Разновидность. Цвет. Немецкое название. Насекомое. Это какое-то экзотическое, я думаю. Потому что в Азии у нас какие у нас экзотические насекомые. Пруса. Двумя словами. То, что ты говорил. Таракан рыжий. Да, рыжий таракан. Их называют прусаки, в Германии русаки. Спасибо. Такая женская команда. Эти животные – фильтраторы. Их название переводится как «те, что имеют поры». Что мы делаем с помощью предметов, названных в их честь? Вот такие пористые предметы. Мы ими пользуемся каждый день. Моемся. Что делаем? Мочалки. Что мы с ней с помощью делаем? Моем посуду. Моемся, моем посуду, да. Губки это, спасибо. В старину хозяева на несколько дней оставляли свои дома вымораживаться. И когда возвращались, живых их в доме уже не было. О ком идет речь? Тараканов. Громко в микрофон. Давай. Тараканы. О тараканах. Называли вас тараканичем. Интересно достался вопрос, будьте внимательны. Он имеет буро-зеленый цвет. Является героем многих сказок и пословиц. В какой ситуации он краснеет? Буро-зеленый цвет краснеет. Рак, когда варят. Когда его варят. Молодец. Слово уважаемому жюри. Вопросы были достаточно сложные, но все команды быстрее или медленнее, но справились с ними. Так что все команды получают по 3 балла. А сейчас у нас конкурс болельщиков. Где у нас гимназия номер 4? Закончите анекдот. Мать расхваливает свою дочь и ее жениху. Вы только послушайте-ка. Как она играет на рояле, она и готовит точно так же. Не страшно, мы будем ходить кушать в... Ресторан. Да. Закончите мысль Николая Филатова. Песня – это лебединая песня чего? Ну, пока ты работаешь, ты получаешь. Нет. Когда ты работаешь, что ты получаешь? Лебединая зарплата. Зарплаты, да. Закончите юмористическое четверостишее Ильи Шендеровского. Битком автобус нагружен. И в путь, и не видать низги. И объявляют в микрофон. Закомпостируйте. Мозги. Молодец. Закончите анекдот. Вот ты всегда бронишь меня за рассеянность, попрекнул профессор свою жену. А сегодня я не забыл и принес зонтик домой из университета. Милый, но ты сегодня его с собой. Не брал. Да. Закончите мысль Корнея Чуковского. Перевод – это автопортрет кого? Переводчик. Перевод? Переводчик. Закончите четверостишие Ильи Шендеровского. Не до работы пока мне. Время разбрасывать камни. Не до работы опять. Время пришло. Спать. Ну, сначала мы разбрасываем, потом мы их... Собирать. Время пришло собирать. Спасибо. Дальше у нас... Кто у нас здесь? Закончите анекдот. Правда ли, что некоторые писатели становятся хорошими критиками? Да, из плохих вин иногда получается хороший... Уксус. Да. Закончите мысль Дэвида Джералда. Абсолютной истины не существует. Такова истина. Да, такова абсолютная истина. Закончите четверостишие Ильи Шендеровского. Дарите женщинам цветы, духи, красивую одежду. А если кошельки пусты, дарите женщинам улыбку. Отлично. Надежда, молодцы. Так.
закончите анекдот. Зритель, покидая театр, обращается к соседу. Хорошо, что я прочитал рецензию, а то бы мне эта пьеса... Не понравилось. Закончите американское изречение. Кто хочет работать, ищет средства, а кто не хочет, ищет... Причины. Молодец. Спасибо. Закончите четверостишие Ильи Шендеровского. Воздействуют на гены. АЭС, нитраты, брашка. У крокодила гены родился... Чебурашка. Спасибо большое, команда. Слово нашему жюри. Большое спасибо болельщикам, которые пришли поддержать своих друзей. В итоге этого конкурса получается. Гимназия номер 4, 44-я школа, школа номер 30 и школа номер 17 все имеют по 9 баллов. А сейчас, ребята, пришла пора нашего самого печального конкурса. Этот конкурс посвящен памяти замечательного человека, блестящего игрока Женечки Ларионовой. У вас сейчас лежат два листика. На маленьком листике вы делаете ставку от 1 до 4. Это количество баллов, которые вы приобретаете либо теряете в зависимости от правильности ваших ответов. Это не самое сложное задание — выбрать цифру. Так, ставки сделаны и приняты. Я напоминаю, что нужно удержать форму вопроса. И в письменной форме все сдаете ответ. У вас у всех минута, спешить не надо, скорость не учитывается. Все поняли, да? Даже от нее бывает польза. Ее личинки – очень калорийный корм для свиней. Заводясь в гнойных ранах, они очищают раны от отмерших тканей. Назовите предмет, который держал в руках жених и избавитель одной их сказочной представительницы. Даже от нее бывает польза. Ее личинки – очень калорийный корм для свиней. Заводясь в гнойных ранах, они очищают эти раны от отмерших тканей. Назовите предмет, который держал в руках жених и избавитель сказочной их представительницы. Ну, почти все команды. А теперь, внимание, правильный ответ. Летел комарик, держал в руках маленький фонарик. Три команды дали ответ — фонарик. Спасибо. Это очень рискованный сектор. И каждая команда оценила свои знания, умения и силы от 1 до 4 баллов. Но, к сожалению, не каждой команде это удалось. Гимназия номер 4, к сожалению, неправильно ответила на вопрос и получает минус 3 балла. Школа 44 и школа 30 оценили свои знания на 2 балла. И в сумме получает каждая из школ по 2 балла. И школа номер 17 получает 3 балла. Молодцы. Отже, дорогі друзі, підіб'ємо підсумки другого туру та першого і другого загалом. Гімназія номер 4 отримує у другому турі 9 балів. Загальний рахунок – 31 бал. Школа номер 44 за другий тур має 14 балів, загалом отримує 35 балів. Школа номер 30 за другий тур має 14 балів, загалом отримує 34 бали. І школа 17 лідирує. За другий тур мають 12 балів, загалом 36 балів. Значить, у нас сейчас начинает 4-я гимназия, 30-я, потом 30-я, потом, да, потом 44-я. Третий давайте, хорошо. Тут третий. Сейчас. Слушайте внимательно.
Согласно четвертому принципу американского эколога Каманера, ничто не дается так. Согласно пословице, если он достается так, то меняет вкус на противоположный. О какой пищевой приправе идет речь? В микрофон можешь ответить? Уксус. Уксус, который на халяву сладок. Да. Он говорил, ничего не достается за даром. Да. Молодцы. Плюс 7 баллов. Так, 30-я вот здесь, да? Выбираем. Даем меня. Сейчас около 40% всех лекарств изготавливают из сырья такой аптеки. Назовите место рождения песенной героини, которая в любое время года была такая. Зеленая. Место рождения. Лес. Лес. В лесу родилась елочка, зимой и летом стройная. Зеленая была. Молодцы. Дальше школа номер 44. Первую какую? Четвертую. Так, вопрос. Нож, которым вы режете его, необходимо все время промывать холодной водой. Назовите итальянского сказочника, который сделал его заглавным персонажем. Итальянского сказочника, который сделал его заглавным персонажем. А кто написал? Мы не знаем. Вы были правы насчет Лука и Чиполлино, а написал Джани Родари. За вас выбрала судьба, но, по-моему, она к вам была благосклонна. Спасибо. Ну, мне так кажется. Будьте просто очень внимательны. У этих растений листья снизу покрыты мягкими белыми пушистыми волосиками, а верхняя сторона листа гладкая и холодная. Поэтому этот цветок назвали одновременно в честь этих двух женщин. Первая, ну хотя бы была в жизни каждого человека. Назовите заглавную сказочную героиню, которой очень не повезло со второй. Назовите заглавную сказочную героиню, которой очень не повезло со второй. Именно заглавную, которая в заглавии сказки упоминается. Золушка. Золушка. Речь идет о мачехе, мать и мачеха. Молодцы. И слово нашему жюри, пожалуйста. Последним этапом нашей игры был конкурс «Сектор риска». Он был, можно так сказать, решающим. Итак, мы имеем такие баллы. Гимназия номер 4. 7 баллов. 44-я школа. Минус 7 баллов. Школа номер 30, плюс 7. И школа номер 17, плюс 7 баллов. Ну що, дорогі друзі, підводимо загальний підсумок сьогоднішньої інтелектуальної гри. Отже, результати такі. Переможцем у нас виходить школа номер 17, 43 бали. Трішечки відстає від неї школа номер 30, 41 бал. Гімназія номер 4 має 38 балів. І школа 44 – 28 балів. Отже, дорогі мої, вітаємо переможців. Ті, хто трішечки відстав, удосконалюйте свої знання,
И наша гра «Интеллектуальное ассорти» на цьому завершується.